Всем привет, чуваки, с вами Глент, и я приветствую вас на своем YouTube-канале или же в Майнкрафте. Сегодня я хочу вам показать, как сделать текст в стиле Майнкрафта вот в таком виде или вот в таком. Ну, с вас лайки, подписка, а мы поехали. Для начала нам нужно установить такую программу под названием Blockbench. Наверное, вы найдете, если что, я оставлю ссылку в описании, в комментариях. Просто скачиваем, устанавливаем, здесь я не буду рассказывать ничего, вы поймете. Заходим сюда. Перед нами вот такое окошко. Мы идем вот сюда, нажимаем на файл, потом плагинс, потом вот тут вводим Minecraft. Available. И вот тут мы должны найти Minecraft. Вот, вот такое. Minecraft Title Generator. Оно тут будет, но у меня оно уже установлено, я тут не найду. Вы должны вот тут найти его, зайти в него, потом вот тут установить, но у меня тут uninstall, я не буду его uninstallать. Потом, ну, в общем, заходим, Minecraft Title, Create New Minecraft Title, вот тут вот. Угу. Minecraft Title Text. Мы пишем тут все, что хочем, ну, типа, like, допустим. Хотя давайте начнем с английского текста. Например, не знаю, вот мой никнейм, давайте, Глинт, вот так вот. Короче, выбираем тут, какой фон мы хотим, я выбираю первый, погнали дальше, текстура. Вот тут самое главное, выбираем, ну, то, что нам понравится. Отсюда список большой, в принципе, будет достаточно, тут разные варианты могут быть этого. Давайте вот такой вот, в стиле вот нашего обновления. Тут есть также, можно вот просто блоками какими-то заделать, вот назритовый. Потом можно каким-то градиентом, чтоб, если вы такое не хотите, можно так. Можно файлом перетащить сюда свою текстуру какую-то. Это тоже как вариант. Ну, мы делаем... Какой? Ну, вот такой, допустим, мы хотим. Все. Идем дальше. Overlay. Тут, в принципе, я ничего не трогаю, но вы можете позабавиться, посмотреть, что тут можно добавить. Тут с освещением поработать. В принципе, тоже прикольно, но я тут ничего не меняю. Давайте тоже что-то прикольное посмотрим. Вот, типа стеклянное такое. Угу. Тут тоже можно файлы притащить. Тут снизу вообще ничего трогать, в принципе, не надо. Потом стиль. Тут тоже такое вот, инверсию менять. Типа холодное, холодные тона, теплые тона. Ну, короче, тоже с освещением работать. Я, в принципе, сам не трогаю, вам не советую. Если хотите, если шарите, можете покопаться тоже. Потом settings, это вообще я не меняю. Ну, можем финиш. Все, финишнули. У нас есть вот такое вот наше лого, название. Потом переходим в рендер. Нажимаем на вот это, чтобы оно уравняло. Тут выбираем наше качество, но у меня 1К, 2К нету смысла, в принципе. Потом рендер Minecraft Title. Title, title. Напишите в комментариях, как правильно title или title, как правильно читается. И тут сейвим наш рендер. Ну и тут, где хотите, сейвите все. И он в нормальном. И он нормально работает. Потом, это мы разобрались с английским текстом. Если мы хотим написать что-то на русском, вот, например, like, который вы прямо сейчас поставите, мы должны зайти в варианты и выбрать вот это вот. ABV, потому что вот это поддерживает только английский текст, а вот это русский. Все, но если текстуры меняем, ну, это не надо нам. Давайте вот такое что-то, вот такое. Короче, вот это мы не трогаем, да, поняли, финиш. Все, лайк. Тоже также рендер. Так, делаем его ровнее, если хотим как-то... Вот так повернуть, можем повернуть, в принципе, и не трогать. Но лучше всего, конечно же, чтобы позицию оно уравняло, потом мы зарендерили. И оно зарендерит русский текст. В принципе, все. Это все, что у нас получилось. Спасибо за внимание, чуваки. Надеюсь, видеообзор был полезным. Всем спасибо, всем пока. С вами был Глент. Можете подписаться, поставить лайк.